job, Dale. Good job. Получше, давай, Сэм. Шипа, красава, Шипа! Я думал, они железные кипы, а они такие. Хорошо, хорошо. Один мышцы у тебя просто в порядке, считай. Красава, Панаров. 15 секунд, 15 секунд. Александр Иванович, в общем-то, неудивительно вас здесь видеть. Вы в прошлом году были вместе с командой здесь. А вы наблюдали за ходом тренировок здесь, сборов. Какие впечатления у вас? Ну да, вот так отпуск приурочил и к Олимпиаде, и к сбору СКА. Потому что хочется, чтобы как бы, ребята чувствовали, что мы все в одном духе, в одной команде. И я вижу, что у ребят очень хорошие отношения. Если эту вот волну удастся сохранить, поддержать, то тогда и можно будет говорить о той игре, которая, как говорится, приносит победы и удачи. А вас удовлетворяет работа тренерского штаба, вот те задания, которые они дают игрокам? Понятно, каждый занимается своим делом, но в целом все равно же вы смотрите, в общем-то. Да нет, ну тут, что называется, загадывать не нужно, потому что в плей-оффе, помимо тактики, техники, будет важна самоотдача. Я вот ребят попросил, чтобы самое главное, чтобы после каждой игры каждый мог сказать себе, что я отдал все. Если это будет так, то тогда и опять будет игра и результаты, которые все ждут. Вы, наверное, сейчас полетите в Сочи. Скоро хоккейный турнир начинается. А не обидно, что только два представителя СКА в сборной России? Я думаю, считать, сколько приехало из какого клуба или сколько приехало из НХЛ, из КХЛ, это неблагодарное занятие, потому что, опять же, выигрывает команда. И если у игроков вот будет такое понимание, такое отношение, я вот вижу из интервью ребят, что они именно так и подходят к делу. На ваш взгляд, насколько сложный будет турнир для национальной сборной России, именно хоккейный? Ну, турнир, олимпийских легких турниров не бывает. И это и история показывает, и там, где выигрывали, и там, где, к сожалению, не удалось выиграть. Претендентов на победу очень много. Это и Канада, и США, и Швеция, и Финляндия, да и от словаков можно ожидать, и от швейцарцев можно сюрпризов ожидать, и, конечно, наша команда. Поэтому здесь вот эти 6 или 7 матчей, дай бог, чтобы было 7 или 6, лучше 6, но 6 победных, да? И действительно, это, как говорится, игра на первом этапе до 4 побед, а потом до 2 побед. А вы же уже были в Сочи, я так понимаю, правильно? А какое вообще там настроение, какие эмоции, какие эмоции болельщиков? Что можно гордиться тем, что сделано. Потрясающая атмосфера, потрясающее сооружение. И только ядовитые змеи могут там искать какие-то недостатки. Мне кажется, смешно, когда там пытаются что-то выискать, потому что потрясающая работа, потрясающее расположение. Первые игры олимпийские, зимние в субтропиках. Волонтеры здорово работают, видно, что это доставляет им удовольствие. И смотрите, первые несколько дней, на каком накале идет борьба во всех видах, как болеют. Поэтому я думаю, что это будут потрясающие игры. Красава, Малыш. Давай, Малыш, давай. Малыш, в порядке, что? Не в ногу на деньги ломать, давай. В порядке, Малыш.